Всем привет! Ну что, ребят, нам вчера показали очередных героев, которые будут в ближайшем обмене душ. И сегодня мы посмотрим, что это за герои. Нам уже известен практически весь обмен, который будет. Ну и также сегодня мы чисто символически еще и попризываем. И давайте начнем с новых героев, которые нам стали известны. И это будет Хонсу с 5 сезона. Вольфганг из альянсового ивента рыцари. Профессорша и костюмный сейшат. И у нас вырисовывается вот такая вот картина. Обмен ожидается скромный, какие герои сколько будут стоить дублей, пока неизвестно. Возможно, Кангалак будет и за 15 дублей, но все остальные герои, вероятно, будут расположены именно в таком порядке. Если в двух словах говорить про вот этих новых героев, которые появились, то Хонсу, в принципе, неплохой герой. У меня он есть, прокачанный, иногда играет в двойке с Гортусом. Можно его попробовать играть с каким-нибудь, например, Кагебурадо, но нужно проверять, смогут ли они вдвоем за одну свою ульту минусовать героев, которые прокачаны на Альфа-Талант. Вольфганг старый уже герой, урона уже мало будет наносить, но в принципе на каких-то уровнях вполне может играть. Сейшат отличный быстрый диспел, крутая последовательность ульты, но на этом все, то есть урон по одной цели и сам урон минимальный. Профессорша отличный овер хп хиллер, вышла уже очень давно, но до сих пор вполне играбельная. У нее крутейшая механика самого отхила, и против каких-нибудь героев, которые вешают дебаф, этот отхил может стать вообще просто неснимаемым. В целом, ребят, какого-то героя, который явно бы выделялся среди остальных, здесь нету. Они плюс-минус здесь все одинаковые и по качеству, и по полезности. Но подождем, когда сюда добавят последних 5 героев, и возможно здесь какой-то явный лидер и появится. И давайте попризываем, крутить мы сегодня будем Калевалу. Здесь все без изменений, из рекомендованных хотелось бы выловить Айна, а не из рекомендованных Кулерва и вторую Лаухи. Давайте сделаем в общем x20 и попробуем кого-нибудь поймать. Полетели! И давайте первый призыв, давайте сразу с Кулерва начнем. Синий Айна. Угу. Так, ну с ивента герой, уже хорошо. Опять. Главное, чтобы не гусляр выпал. Потому что он уже есть, как бы. Второй не нужен. Так, синих куча. Но все не то. Так. Ну давай, Айна. Так, может с этого попробовать тогда крутануть? Угу. Ну понятно, короче, желтых вообще нету, не выпадает герой. Давайте скипнем тогда, покрутим. Так, пошли желтые. Ну остается 8 призывов, этот уже 4 или 5. Опа, давайте опять с него. Так, ну понятно. Так, ну с ивента вроде падают герои, но... Так, 2 призыва. Фиолетовый, понятно. И еще один. Давайте с Айна крутанем. И красный, понятно. Ну что, ребят, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы выпадали нужные вам герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и всем пока.